Ваня, здорово, Гзиз. Майк! Фас! Майк, какой фас? Никаких фасов, а блядь. А у него нет такого. 9000. Бу! Здорово, Стас. Бу! Стас? Стас? Ой, блядь, да ну нахуй ты. Ох, ебать, попрыгнул, сука. Смотри, там какой сокол. Да, Лас. Там. Где? Вон. О, ебать, здорово. Смотри, сука. А чё он? Это босс чисто сидит. Ой, блядь. Ай, сука, ударил. Прям по морде мне. Да, блядь, да Майк. Не надо. А, он тебе кусь за ногу сделал? Да. Вот здесь. Майк. У меня белая футболка. Не. Переиграл. Кстати, бегать это вообще он любит. Все, он меня раздевает. Все. Хватит. Он не раздевает. Ай, блядь, Ваня. Он кусается. Не мой место, понял? Блядь. Я тебе говорил, чел станы, блядь. Я тебе говорил, бегать нельзя. Он дырку сделал? Да. Смотри, он прокусил водой. Смотри. Он мне яйца укусил, у меня сейчас камень. Смотри, у тебя дырявый теперь, нахуй. Нет, смотри, вот здесь, пиздец. Майк. Ай, ебать, он меня. Он меня искусал, смотри. Все, я бегать нельзя. Если будешь с ним играться, то да, но типа он так себя... Козел, да? Что такое? Кто покусался? Пролагало? Скажи Ваде, что сделаю пост, когда вы начнете. А. Да, что? Тут пролагало чуть-чуть. Пролагает? Ну, пролагало, да. Значит, ну тут не лагало точно. А не, это из-за сервака эмба, я не знаю. Не должно лагать тут. Ой, тут опять лагает. Максюш, надо в тенек. Ой, тут лагает. Тенечко. На, возьми. Тут пиздец лагает, он перегрелся уже. Ну да, потому что у него... А, ебать, чё, телефон. Ебать, у него вышито. Ну да. Но он пиздец горячий. Вот здесь потрогай. В теньке надо, бро, в теньке надо. Ну все, ГГ. Настримились. Ча. Майк. Ну у нас вариант только, да, в теньке. Так будет жарко, часа два. Да, все нормально стало. Так вот, здесь тенечки, все, заебись. Ну, значит, тут. Погнали, брат, несемся. А нахуй ты раздеваешься? Так жарко же будет, нет? Hello, everyone, welcome to the party. Let's get it, мы тут делаем базу, нахуй, ёбнутую. Сейчас так посмотрим. Не, мы тут сделаем. Да, вот здесь сделаем базу. Здесь базу нужно делать. Надо делать. Слышь, давай я буду как интервьюер ходить. Блять, я уже полюбил эти шорты, ну ладно. Завтра контент, пойдем шорты покупать. А чё, вот и контент нарисовался. Так, мужики, а что это, моя кофта, блядь? Да. Каким, какого хуя моя кофта? Вот и контент нарисовался, говорит. Надо вот эту штуку взять. Я слишком слаб, я в зал давно не ходил. Давай, злой. Что нужно сделать? Тащи. Тащить её? Металлическая конструкция. Да, ты ебанулся, блядь, брат. Там, кстати, паук был. А! А куда её, брат? И куда её? Только не на солнце. Ну, сюда. Ну-ка, Майк, за яйца схвати. Мужицкий дождь! Аллилуйя! Ебать, конструкция нормально, на металл бы сдал в детстве такую сразу нахуй. Мне кажется, баксов 60 за неё бы дали. Так, и надо... Майку, как твои дела? Он кастрирован? Нет. Обрезали яички? Ага. Подлагивает, да? Ну, у Водоса пиздец, почему телефон очень быстро нагрелся. Давай, 10 минут ему пизда. Может поменять все-таки на 720. Ну, как будто бы, да, вот и... Из-за этого может не... Он, кстати, греется? Прям. А, пиздец, он перегреется. Мы можем только дуть. Можем подуть нормально сейчас. Контента дать ёбнутому. На телефон. Наверное, слышишь? Надо, наверное, 720 и битрейта меньше ставить.
Он из-за этого греется по-любому. Не, да, не, битрайт нормальный. Больше из-за FPS греется. Греется из-за FPS да. И качество. Надо 720 ставить 100%, потому что он не вывезет. Давай лапы. Он даже не успеет упасть. Давай, да, я могу перезапустить. Да, конечно. Сейчас чат вернемся. Это он, что ли? Чат, меня ранили. Еще яйца укусил. Прикиньте, просто яйца укусил. Забавно было бы, если бы он у них цепился и отрывать пытался. Это был бы пиздец. Просто. Серега сегодня очень хочет в Азию поехать. А я завтра уезжаю уже. Так что мы сегодня делаем эту суку бурмалдовую. Может, делаем. Послезавтра? Не, брат, завтра уезжаю 100%. Я и так взял один день. Я же деловой тип, если на самом деле. Если ты не заметил по мне. Так ты деловой тип, ты и стримишь каждый день. Да, и работы там дохуя ищу. Какой работу у тебя дохуя? Работы надо женщин обрабатывать тоже, чтобы они не приезжали. У меня перевалочный пункт. Варшава, Киев, блядь, транспорт, понимаешь? Майк контента навалил, ну да, охуенно, ценой яиц, ценой яиц моих. Транзит, конечно. Чат, ничего не жалко ради контента. А что тут тратишь на контент? Время, пожертвовал своими гениталиями. Что, чел, времени, понравилось? Да, посуди сам, у него должны уже быть внуки, блядь, а у него 38, он все время на контент тратит. Только ты, ради ты этого. Думаешь, если бы у него не было бы стримов, он бы не. Не, если ему было бы 27, можно было бы не спрашивать. Ему 38, у него же личная жизнь должна быть. Внуки, нахуй, семья, пам, а он тут сидит. Да, нахуя ли она у него должна быть? Да не, с чего ну, это? Да, конечно, нахуя ему должна семейная жизнь. Не, у меня все по планам, у меня в 48 лет будет семья. Нельзя. 48? Да. Да, Дима просто чью-то другую семью. Я просто как в фильме «Паразиты». Я начну жить с другими людьми, у которых семья. Да. Вот у Макса будет семья уже. Можно с вами жить, Макс? Просто жить. Сильно сделай опеку на него, как типа пристрелый дед одинокий. Он и так меня с квартиры пытается жить, блядь. Так уже нет, я же снял другую. Я ему уже квартиру снял, он все равно доебался до моей квартиры. Потому что ты сказал, что ты с нее съезжаешь, я уже верю. Может быть. Он мне постоянно говорит про Юлю. Че говорит? О, как? Я че говорю про Юлю? Говорит, я не могу жить без нее. О! Но это явно не про мою. Продаю. Не может быть такого. Брат, без твоей Юли мир не так был прекрасен, блядь. Представляешь, у тебя? Поэтому ты знаешь, она и моя. У тебя претендентов на Юлю вообще? Дима, Скилзор, Марго Акамоли. Так. Кого видишь самых жестких конкурентов, брат, Макс? На чужую я не смотрю. Что ты пиздишь? Ты всегда говоришь, я присмотрю за малыми. Присматриваю в хорошем плане, но... Хорошо, что они остаются претендентами. Брат, вот поедут они на какую-то движ, и там буду я. Я присмотрю, не переживай. Ты можешь Да, делиться. Ты присмотришь, надо. Кстати, скоро за своей уже. Присмотри. Я присмотрю. Я за своей шо, мамой. Кстати, это так аккуратно. Я знаю, брат. А что, на пол, ну, значит... Слышите? А что мы? Мы хотим пообсуждать? Да. А вино есть? Ванек, вино ну куда есть, тебе вино? Ты только похудел. Ну, как сказать? Я ему протеинчика бокал, блядь, тоже... Бля, у нас ребята или Лерон... Серега ебет Леру настолько долго? В смысле, они уехали, сказали, на 7 минут. Ага. Их уже нету полтора часа нахуй. Ну, блядь, Серега надо. Им надо просто. Оля, арларм! Оля, арларм! Там такие движения. Это же чел лежит. А шо ему, с нами нельзя? На солнышке греется. Короче. У нас вообще есть 30 новостей, которые произошли за время, пока меня не было. Ну-ка. Да. Давай. Я женился. Блин, прикольно было бы камеру как-то поставить, и ты бы тоже сел, а то стоишь, сука, как Эйфелева башня. Так нет, я это наоборот динамика, вас. Динамическая съемка. Динамика, брат. Да, как видосы Хуксайла. А давай я поснимаю вас, я хоть батюшку покажу. Давай я пока спрячусь. А то батюшку что, не показывал. Кстати, да. О, телефон, блядь. Брат. Снимание, кальяны. Вась, чекни, чтобы он не сербал с миски. Сербал. Оля, аларм! Там никого нет. Там никого нет? Если никого нет, значит это просто... Он каждый раз делает эту штуку. Ладно, каждый. Я включил микрофон. Бля, он замутил, и они пропустили смешную шутку, да. Бля, я про Леру. Про Леру, да. Она я смешная клянусь, была. С Лерой всегда такая тема. Просто ебальники видели их в секунде? Понял. Ты подходишь, там никого нет. Ой, Артур! Сори, брат, с привычки, я набросился, немного дал старости в молодости. Вать, ну чё, через месяцочек встретимся, да? Через полгода, Дима, блядь. Не пиши мне, не пиши Дима через 9 месяцев. Это так, было так, одноразово. Ебать, тоже ножки не развивай. Да я понял, нельзя все. Сразу атака идет. Слышишь, злой? Да. Какие у тебя планы на контент? Планы на контент. У меня есть видеоматериалы, что потратил Батич на Эверлу на 50 тысяч долларов. Подожди. Ну что-нибудь. А ты можешь забыть? Опа. Ну и как вам? Кальян? Ну...
Дурак, блядь, мы за 30 минут поехали. Купили кальян, успокойся. Все, на. Ну, кальян. Ну, в дудку пододела? Блядь, как там сейчас? Не-не, уже дала, я так понял. Сюда. Уже радостные пришли, слышишь? Короче, слушай, планы на контент. Ты серьезно спросил, и так чисто постебаться надо мной? В смысле? Ну, когда банан за 300? Что за кальян? Короче, послушайте, планы на контент. Что батюшка Вилон купит на 50 тысяч долларов? Как вау. Он такой план? Вау. И что купит Максим на 1000 долларов? Отлично. Чисто бомбы. Бля. Кружок запишем ролик. Если без рофлов, вообще не представляю. Представляй. Не надо представлять, это уже в реале. Показать ТРЦ? Да при чем тут ТРЦ? Скинь бабки. Бля, а как же он охуенно выглядит? Никто не пришел? В смысле, а кто должен был прийти? Чипсы и Костяныч? Смотри, за мной, вон зрители смотрят. Смотри, зрители стоят, смотрят. Где? Во, смотри, зрители стоят, смотрят. Да, реально. На балконе два мужика? В черной футболке? Да. А где они лежат? Ебать, кстати, ты гулял вообще, где вот табачный магазин находится? Я тоже тут не живет. Не, ну может он не ходил. Старый город там где? Видел? Не видел? Так, какие еще новости? Ебать там охуенно, там знаешь, как будто приехал в какую-то этот страну Европы именно. Как? Историческую. Погулять, понял? И там такие дома старые. Да ну, Серёга. Короче, как будто в Выборге побывал. Но Европа. Я понял. Прикольно, такое все старое. Это вы туда ездили, да? Ебать, Выборг. Не, мы пешком ебашили. А, вы пешком? Блядь, обратно на машине, туда пешком. Потому что она заказала машину, и было написано 14 минут. Дайте покурить калик. Так что ты? Брат, сиди. Брат, то по-братски, дайте. Не дал подход? Я курил, бро. Если что, я вообще не курил. Макс. Дай мужикам покурить. Макс. Блядь, послушай, режь. Если что, ты встал на место, просто Макс, да. Когда у нас планируется? Макс, другую еще охуенно. Когда у нас планируется ебанутый контент? Завтра. Мы летим куда-то? Ребят, завтра предупреждаю, ребят, на завтра по расписанию пинбол. Так. И потом алкокараоке у батюшки. Реально? А что, нет? Не знаю. Почему? Ну, я не думал еще пока. В смысле, мы-то обсуждали. Послушай, давайте покажу, как он скид снимает. Что мы не выбрали? Погоди. Так. Блядь, надо вообще-то оператор нужен. Лера, посмотри, как похорошела. Собака классная тоже. Прекрасная. Что у нас тут за набор, блядь, вестей, новостей? Что ты? Чё? Сейчас открою темы. В заброшку, давай. В заброшку идем. Идем в сербскую заброшку, где тут, вот тут именно. Тут докидываю тему про... Заброшенные тоже. Докидываю такие. Сверху тему про Славу. Сашка, серб, который сказал, лучше на заброшку не ходить. Про так Славу. Вот классно, может подрежем. Что типа, что Слава рассказал, что в 2024 году он заработал больше, чем за все предыдущие года своей медийной деятельности. Так, да, это конечно, правда. Это правда, наверное, или неправда. Я не верю. Он а как так? Очень много проектов в этом году. А Казик? В каком? 23-м или каком? А что, а въебывал в Казике сколько? А так белые бабки тупо двигаются и не въебывает. Может быть, немножко увеличил, но в целом, я думаю, достойно. Я думаю, достойно. Пиздец. Дай поснимать. Я думаю, достойно в этом году. Ну, там же реклама, как всю клавиатуру. Ну, смотри, на одной, не, на клавиатурах, я думаю, там же фулл все раскупили. Не, смотрите, Мат, если бы новый звучал таким образом, Слава за этот год заработал больше, чем за один из предыдущих годов, можно было понять. А он именно понял, за 4 месяца он заработал больше, чем за все года стримерства. Как будто... Ребят, никакие деньги не сравнятся с Лерой. Если честно, это правда, дай бог, чтобы так и было. Но он красавчик, базар. Бля, нет. Ну это очень но жестко. По цифрам это пиздец не стакается. Ну, да. Типа, 3 года подряд казино, плюс не. Кейсы. Ну, два. Ну, первый год, можно там первые года можно скипать. Он зарабатывал хуйню вообще. Год, кейсы, кейсы, казик и так далее. А тут... Не, ну вот то, что за первый год, то, что сейчас у него за месяц, может быть, реклама стоит дороже, чем за весь его там предыдущий вот первый год. Вот считают это миллионы, миллиарды, считают деньги. А вот обычный работяга собирает кальяны, блядь, за тысячу рублей в час, блядь. Вот, пацаны, цените кентов нахуй, цените, кто там. Красивый? Вот, красивый, нахуй эти миллионы, посмотри, какой фалос у него в руках грязный, ай-яй-яй. Классно вообще, прекрасно, Сергей, ебать, он доволен. Серег, а ты можешь это здесь сделать? Серег! Здесь собирай кальян. А можете кто-то тенек сделать больше чуть? Да, я могу стать широким. Это Иван может солнце загородить. О, кайф, брат, берите повод, такие тяжелые тоже на руках. Здорово им там. Ваня, ты тоже здорово. Привет. Слышишь? Мне кажется, мы просто... Иди на газон садись. Нет, сейчас я скажу новость, которая произошла за это время, в которую никто из нас не верит. Иван похудел. Все. На протеиновый батончик. Новость звучит таким образом. XQC поделился, что потратил более 150 миллионов долларов в Steam. Чё нахуй? Невозможно, брат. Там
нет. Как это возможно, такие деньги? Из контекста вырезана новость. Там, наверное, не так звучит, может, переведено коряво. Может, это Steam на него потратил? Как ты коряво, блядь, не переведешь, это нереально. Да блядская реально. Тупая хуйня, может, на Арсяне, что ты спамишь? Может, 150 тысяч долларов? Нет. Мать, может, 1.5 миллиона долларов? А не 15 полтора лямов. Ляма, я ну, полтора я поверю. 150 лямов, бро, что там купить? Все игры в Steam. Тебя Арсян спамит. За все время. Долбоёб тупой. И что, тупой. Блядь? Да он у тебя тупой, нахуй. Может, 150 миллионов рублей? Да нет, пацаны. Нет. Какие, рубля, блядь, доллары за все время? Да, это невозможно, блядь. А там, если все игры по 10 раз купить этого, блядь, это даже ляма долларов не будет, пиздец. Так, блядь, сука, еще раз упадешь. Кайф, блядь. Главное, чтобы у тебя не падало, Диман. Это опа, факт, на телефон. Это факт. Где помощник? Блядь. Да, а дырка да, какая-то. Ну, Ваня, не рви мне, ходите, у меня шорт. Слышите? А этот? По поводу стрелки пирата. Вот для нашего вроде два глаза в нем. Смотри, какой кадр, Вань, теряешь ты, чувак. Нет, смотри, как звучит новость. Собака помогает собирать кальян. Собаки. О, Серег, сколько кальян стоил? А кого ты собака назвал? Сколько стоил кальян? Да. Все, дали 28. Сколько? Не, ну он стоит 16 тысяч. 16. На динар. Ебать красивый, да? Пиздец. Пиздец. Но из того, что было, надо с собой играть. Да, я понял. Так, побегай, следующая новость. Побегай. Слышишь? Вот так, кстати, прикольное. Это мне писали, когда я еще не стримил, мне все писали. Чек не ДГ, Сереги Пирата, переходите на гик. А что это было? Серега Пират заявил, что будет стримить черный экран 60 дней, чтобы получить партнерку, либо перейдет на кик. Он также призвал Бустера, Вилона и Братишкина перейти на кик, так как если все стримеры перейдут на кик, то и зрители уйдут туда. А нахуя нам переходить на кик, если у нас есть партнерка? Тебя не звали. Понял. Так нас тоже не знаю, только тебя звали. Да. Че, ты переходишь так на кик? Так звали, но у него галка есть. Да, зачем нам переходить? У нас-то есть партнер. Как будто... Да, да как будто тоже вас призвали. Куда вас призывают? Не, кик, конечно, бля, знаешь... Бля, у кика, мне кажется, у кика есть шансы, если честно. Не ноль. Знаю, если ноль честно. Ноль шансов. Хоть он и выглядит как Twitch, но так, на самом деле такое говно, нахуй, лагающее. Пиздец, мобильное приложение не работает. Сайт постоянно падает, нахуй, от серваков отконнекчивает, блять, вообще пиздец. По поводу мобильного приложения, это правда. Я, вот, мне приходит уведомление, что кто-то стримит, я захожу на кик, оно тупо не заходит. Оно открывает пустую страницу где-то, понял? Оно не открывает стрим. Факт, да-да-да. Я много раз так Twitch'у сколько лет? 10? А Justin TV еще? Вот через 10 лет с Twitch'ом будем разговаривать. Не, ну, а, нет, 10, да, аккаунт 11 лет. 12 лет аккаунта у меня, пацаны, вы чё? Не, ну ладно, когда Twitch въебут, мы так заскрылимся и уйдем нахуй. Что ты пиздишь? 16 лет аккаунту? 12, он говорит. 12 лет аккаунта у меня на Twitch. 12. Да, можем, может такое. 12 лет аккаунта у меня. Серёж, сколько ты аккаунт у Twitch? Когда еще Assassin's Creed Revelation выходил, я только зарегался, чтобы E3 посмотреть. А это? Я зарегал 12 лет. Ебанутая тема. Сейчас что-то охуеет, клянусь. Синёк просто, давай. Сейчас что-то охуеет. Бля, боюсь, что ты уже все хайповые новости прочитал. Блять, нет, вот сейчас пиздец прям. Иванзова планирует провести свой первый концерт в Москве. VIP-билет стоит 690 рублей, а стандартный проход можно купить за 590. Да, VIP уже не купите, я все выкупил. Что думаете, побьет ли Иван рекорды по посещаемости? Подожди, а с каким треком будут выступать? Не знаю, типа. Какой трек есть у Ивана Золова? У него много. Какой? Штук. 7, наверное. Вот это с Никак Лайм было, я помню, когда они в автобусе ехали, как Гарри Поттер. И что, все? Ну, дохуя. Так поэтому билет так и стоит дешево, там одна песня будет просто, все. Бля, билет как будто как зоопарк, понял? Да. Света Салана будет на конце? Света Салана. Подожди. Вот эту новость побереги, которую ты мне последнюю сказал, помнишь? Нет. Ну про эти Саланы. Да ебать ему хуёво телефон. А что ты хуёво? Снимешь и... Иван, вот а что ты? Держи его, ты его рукой закрываешь. Что? Потому, что? Ничего не закрываю, чё? Так. Ему ебать хуёво? Ему... Я держу, чтобы солнце на него не светило. Ванёк, ты есть солнце, ты сам на него светишь. А реально, ты светишь сам на него. Не, все хуйня, давай обсудим. Вот есть важная тема. Давай. 15-й. А ну? А может на 15-й дошли? Не, я скипаю. Я просто как попал. 35 минут, да? Слышь? Да. Ебанутая тема. Ну-ка. Всем приготовиться. Ну-ка. Реал Мадрид выиграл Лигу Чемпионов. Хала Мадрид! В скобочках написано. Команда сыновей блядей, а кто болеет? Сыны шлюх. Это, бля, кто это написал? Ребят, это глоры пишут. Я не глор, поэтому я такой хуйней занимаюсь. Это какие-то рептилоиды, что это? Глор — это когда команда начинает выиграть, ты за нее начинаешь болеть. Я за Реал с детства. Ты понял, вот это такой... двуличная хуйня. Я за Реал с детства. И как у меня с Нави, да, типа? Ну типа да, когда они проигрывают, ты говоришь, что ты... Я вообще не понимаю, как за Барселону можно болеть. Вам, можешь морозилку положить? Я не понимаю, как можно было за Боруссию в финале болеть. А лед есть? Ну это же ноль шансов у команды.
Не, это просто, я не знаю, бля, вот, вот люди, которые болеют за Барселону. Слушай, у тебя есть чехол, не понимаю. Нет. А как можно болеть за Барселону, когда... Кому нравится Месси? Бля, это же вообще абсолютно бесталантливый игрок. Знаешь, Вадь, команда в разрухе. Команда в разрухе, там никто не играет. Команда сейчас объективно говна. Если они сделают что-то с игрой, тогда будет заебись. У них ноль игроков нормальных. Кто у них играет? Никто. Педро у них играет. Ну, а, нет, он не... Педри, по-моему, его зовут игрок, который там играет. Но, типа, он не вывозит один. Тот чел написал, я вот не хочу болеть за Реал Мадрид только из-за того, что Диман за него болеет. Не болей, чел, не болей. Кстати, ребят, все не болейте, здоровье. Ребята, завтра есть два варианта. Смотрите, после пинбола мы идем в футбол играть, или после пинбола мы идем алко-караоке петь у батюшки. Бля, алко-караоке, кстати, весело, может быть. Ну, алко-караоке, в плане, поняли, мы возьмем, будем реально петь песни с микрофона. Угу. Все будут петь в мой микрофон. А я уезжаю, как обидно, что меня не побьют. Что? Кстати, если что, солнце подкрадывается... Бля, и футбол хочется, и караоке. Так Арсян, бля, приезжай. Футбол я не знаю, как сделать. Футбол, у меня нога болит. Но я могу, я говорю, на воротах могу поставить. Погнали футбол поебашим? Так мы все тут немножко подбиты. Этот без ноги, у меня коленки, у тебя нога. Бля, Иван нога просто болит. Жирный. У меня собака искусала. Бля, кстати, представляете, какая будет... Как можно будет рофлить, если он отметку 100 преодолеет? Нет? Давай его взвесим. Топ-топ-топ, брат. Давай его взвесим сейчас. Не согласится? Никого. Если сейчас воду выпью, там 100 будет. Есть какая-то проблема у меня. Какая? Сереж. У нас тоже на коленной улице. Серег, какая у тебя проблема? Я запутался. Сереж, не веришь, что ты колян не можешь собрать, клянусь. Нет, это что-то как-то не так работает. А что не так? Ты, скорее всего, запутался. Сереж, тут у тебя позор на 18 тысяч происходит. Говорю, позор на 18 тысяч происходит, давай делай колян. Руки запутался, колян. Серег, может, в мою дунешь? Не. Подожди, а что я не так сделал? Просто давно никто не дул. Похоже на то, что вот это лишний элемент? Не. Ты сейчас про кого лишним назвал? Кого? Ты сейчас про Леру сказал? Я уеду, ребят, завтра, не парьтесь. Ну что, пообижайся еще. А ты где сидишь? Почему, она в моей голове, что ли, говорит? Мы, кстати, зря Ивана за льдом отправили. А ты помнишь сон, который сегодня рассказывал? Нет, я забыл. А, ты не слышал, да? Не, я спал. А, ты спал. Блять, короче, рассказать сон, как думаешь? Давай. Ничего такого нет, да? Да не, ничего. А кто рассказал сон? А я не рассказывал. Давай. Я же говорю, зря отправили в холодильник, жрет гад. Ты че, охуел, Настя? Блять, все просят тебя на весы. Или на... Ну, стань на весы. Весы или эшафот? Нет, не хочешь? А для себя? Не для контента? Кто вставал недавно? А, вставал? Ну. Че за сон был? Короче, сон пиздец, я вам рассказываю. Бля, ну сон кринж, сразу говорю, чтобы вы только ничего не этот. Короче, спим мы. Так. Ой, спим мы, блядь. Это я сплю, это сон. Нет, короче, у нас тусовка. У нас тусовка. Мы все сидим, пиздим. Короче, у кого-то воняют ноги. Я не понял, у кого. У Злого воняют ноги. Да, у Злого воняют ноги. Все на него пиздят. Короче, и Диана Райс начинает защищать Злого. Говорит, да у тебя тоже по-любому ноги воняют. Я говорю, ты что, охуела, ебать? Нюхай мои ноги. Понял? Короче, я даю нюхать ноги. Короче, она начинает на меня пиздеть, говорит, да у тебя по-любому только эти носки воняют, ебать. Я говорю, ты что, охуела? Говорю, у меня нет носков, которые воняют. У меня носки какие-то воняют, я их сразу выкидываю. Говорю, пошли, сука. Мы подходим к носкам, начинаем нюхать носки. Типа она говорит, да бля, по-любому у тебя что-то воняет. Я беру ее, короче, вот так беру ее, кидаю на диван, залажу, не начинаю целовать. Кого? А мы дрочим все на это. А кого-кого? Диан. Просто прикинь. За носки, понял? Да, я тоже охуел. Какая-то вот. Типа вонючая страсть, понял? Да, такая. Звучало бля, как не сон скажем? Вообще. Да. А вот так и было. Мы висели просто вчера жестко, а не сон. Так нет, а что вы понимали? Как вы думаете, почему мне приснились носки? Бля, у меня пиздец, у меня всегда так работает. Короче, мы вчера сидели. Когда, что мы делали? Пили кока-колу. И кази крутили. Да, и кази крутили. У Злого очень сильно воняли ноги. Макс это сказал раз 10, я засыпаю, и у меня нет, у всех воняют ноги. Макс просто нюхал мои ноги. И чтоб ты понимал, это я все говорил, я просто вкидывал, у него не воняли ноги. А, да? Да, я просто... Уже бля, а го сейчас, го понюхаем все друг друга ноги. Давай. Класс, давай. А потом жопы просто, как собаки. Бля, нет, вот у тебя вонючие ноги. У тебя 100%. Ну, что у тебя с носками? У тебя носки каждый раз одни и те же? У тебя реально, у тебя по-любому вонючие. Не вонючие. Бля, чел миллион заработал, носки дырявые, блядь. Ноль запаха. У тебя ковид. Ноль. Нет, у него сухие ноги полностью. У меня не воняет, я даже понюхал. Вообще ноль запаха. А вот этой веры нету, Максюш. Ну, куда я лапу свою, блядь? Макс, там нет, говном пахнет, ты куда наступил? Твои ноги выглядят так вонючие, но при этом они не воняют вообще. Майк, сейчас про тебя сказали еще. Он обиделся как будто. Вать, нюхай ноги Лерона тогда.
Можно нет, я? Там это клипов дохуя будет. Ерон, извини. Ерон, надо, надо, тут все свои. Все кенты. А где Гукамоли? Он любит. Бля, у Гукамоли же какой-то, да? Тетиш? Подожди. Ты зачем идешь? Он любит лак. Майка? Ну, ноги майка. Причем Марк. Сереж, ну что, что с тобой? Серег, ты че, фрик? Причем Марк, ты знаешь, какие ноги? Похоже? Да? Похоже? Ну да, вроде. Похоже? Знаешь, какие ноги любят Марк? Просто понял, я типа думал, что вот эта хуйня должна быть наверху, она походу сбоку должна. Только я вот думаю... Никакие. Пойдем в угол забьемся. Он меня убил, мне кажется. Идем тебе в угол, давайте перенесемся в угол. Да, это оно. Давайте перенесем. Берите кто-то с другой стороны. Прикольный? Макс, бери с другой стороны. Ты хочешь ударить по колену? Хотя по колену, блядь. Мне бы если прилетел, я бы... Вот это зачем предмет? Это что, велик? Да. Есть для нас? Это, возможно, украшение. Чуть-чуть. Это, возможно, Серёга, вот сюда. Кстати, я недавно узнал, у меня к вам вопрос. Ну-ка. Я недавно узнал такую хуйню. Клянусь, никогда не знал, и мне до сих пор кажется, что это миф. Мне кое-кто рассказал, что есть люди, которые дрочат и себя душат. Парни. Первый раз обозначил. Ну вот, мне кажется, Иван, кстати, вот. Есть даже я такие, ночью... которые канат берут. Канат типа берут. Вчера даже есть смерть. Были смерти от этого. Но я не знаю, правда это или нет. В Блуме зарегистрировался. В Блуме? Да, я теперь майню. Бля, клянусь. Я тоже майню. Дай денег. Я тебе ссылочку там. А, у меня, кстати, перестал заходить вчера почему-то. Пойдемте на диванчик. Ебать.